Здравствуйте, я педиатр медицинского центра «Здоровый ребенок» Сальников Михаил Владимирович, и я расскажу, как бороться с температурой. Запомните, не всякую температуру стоит сбивать. Ориентируйтесь на самочувствие ребенка. Не всегда высокие цифры на градуснике отражают тяжесть состояния малыша. Начните с физических методов охлаждения. Раскройте ребенка, часто и дробно поите его. Постарайтесь довести температуру в комнате до 18-20 градусов. Также хорошо помогают обтирание влажной тканью, смоченной водой комнатной температуры. Но ни в коем случае не используйте для компрессов водку или спирт, в особенности у грудных детей. Если это не помогает, а самочувствие малыша продолжает ухудшаться, используйте жаропонижающее. В педиатрии без назначения врача можно применять препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы правильно рассчитать дозировку. За подробностями переходите по ссылке в описании или просто заходите к нам. Если информация была полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на нас и будьте здоровы!